взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Андрей Зубков. 9 лет. Чтобы ты никогда не болел, надо рано утром вставать, зарядку делать, закаляться, соблюдать режим сна и правильно питаться. Регулярные физические упражнения помогают укрепить ваше здоровье и тело. А зарядка помогает проснуться и дает заряд бодрости и энергии на целый день. Старайтесь как можно чаще находиться на свежем воздухе. Я рекомендую играть в подвижные игры. Занятия спортом также улучшают ваше физическое состояние. Лично я занимаюсь карате. И сейчас у меня 3-й юношеский разряд. Взрослым о важном.